Инвалид. Все, он записывает. Вроде да. А, поддержка обороны Дон Давиан. Так. Оборону, блядь, что у нас там по роботам? На чем мы закончили? Все сломано. А, на тебе это самое. Разрешений. Все уже съедено до нас. Все покоцано. Боевые мехи. Так, пацаны ремонтируются, на починке стоят. Мех. Этот разбирается. А, у нас есть огнеметный блэкджек, я вспомнил. Кстати, я такого не находил себе. На самом деле, неплохая машина. Блэкджек хороший, кстати. Хорошая контора, вот эти, и сама линейка мехов этих блэкджек прикольная. Так, ну можем идти в следующий этот самый полететь. А тут нет больше квест? Тут нет. Но есть еще два этих тут основных, я так понимаю, можно взять. Поддержка на линии фронта, дом так хуета. Уже взяли, да, а я вот не знаю, кстати. А мы, по-моему, не стали брать. Мы так ну, и не поделились. Поддержка обороны, дом Давина. Наблюдаемая цель, это что, где это? А, дом Давина. Простите. Надо выполнить. Там наград дает, как ты выполнишься. А, это нам надо туда лететь. А, это где нам, по-моему, пизды давали? Или мы там выполнили? Не помню. Я тоже не помню. Не, по-моему, мы летели подкачаться. А потом так вот это сложная это вот локация, в которой мы сейчас находимся. Ну, надо улететь в полегче. Думаешь? Ну, давай по пути все будем делать. Просто у нас на один прыжок есть три миссии прям. Давай попробуем. Стяжка будет, тогда улетим в зону полегче. Да. Всё, можно ниже спуститься, и у нас там, я так понимаю, это полегче будет? Зона, наверное. Нет, там написано черепки, короче. Там, а, это черепки, пятый. Мы в шестом сейчас находимся, написано. Ну вот здесь вот черепок 6 нарисую. Ну где? Главное. Да, 6. А, ну там мы в шестом получается. Нам в шестой на самом деле рядом. Мало у нас роботов, мало еще. Я тебе говорю, как человек, короче. Как эксперт. Ну, можно будет тогда облететь сюда. У нас только два средних меха, то есть два центуриона. А, ну мы тогда полетим вот у по нас миссиям. Даже ни одного тяжелого нету меха. Тогда надо летим по миссиям и сюда залетаем. А, нам надо вообще туда идти вот в этот. А, это тоже шестой или нет? Да, это тоже шестой. А вот это пятый. А вот четвертый получается. А это какой? Ну, давай пофармим пока деньгу. Можно будет тогда в четвертый. А вот тут какая? Шестой тоже. Ну, нам пятый нормально будет, на самом деле. Четвертый, пятый. Давай пока тут пофармим. Ну, посмотрим. ну можно вот по этой локации полетать как раз. Тут вот миссии дохуя, кстати. Ты возьми это для этого, вот эти вот ожидания сообщения, дом Курита, дом Давин. Это в этой локации, да, типа помогать? Не, это лететь в другую, как раз вот туда, в шестую. Это квест компании задание написано. А, это, кстати, да, это ж получается основной, да? Не, просто есть еще типа фракционные, типа ты залетаешь, если ты на линии фронта, там типа два дома пиздятся, типа там, ну, линия фронта проходит, типа по цветам, типа двух домов. А, ну ты да. Ты можешь выбрать сторону, типа на которой, и там новый квест появится, типа желтые, и они типа чуть-чуть посложнее, но там типа больше награды, типа. Ну, это, наверное, так и есть, кстати. Ну вот, ты можешь сейчас же взять, типа, ожидание вот сообщения, типа, поддержать один из домов, и у тебя появится квест, типа, еще, который надо выполнить. Там они, кстати, уникальные, там будут описания уникальные, типа, они не такие генерируемые. Не, ну мы один уже выбрали, за Давиона. Ну, по-моему, что-то мне кажется, это не в этой локации, да, мы выбрали. Ну вот, нам получается раз, два, три, четыре пушка. В этой локации есть желтый квест? В этой нету. Ну, это мы в другой, походу, какой-то взяли, короче. Да. И не доделали, а в этой уже, видишь, новые выдают, короче. Да. Ну, поддержи один из домов, может, мы осилим. Если не осилим, мы потом вернемся. Давай. Ну, Давион возьму, раз с него начали. Дом Давион. Мы будем за какого-то офицера, генерала сражаться за диктатора. Хотя хуй знает. Это открытая трансляция для всех сторонников дома Давион.
и врагов синдиката дракона. Против дракона, против китайцев будем. Mm-hmm. Первый принц Ганс Давион готов принести дар свободы тем, кто томится под пятой дома Курита. Вы сможете вернуть знамя свободы на эти планеты, приняв участие в их освобождении посредством выполнения заданий по окончанию поддержки для могущественных и победоносных сил вторжения дома Давион. Помогите нашему делу, уничтожая критически важные объекты в тылу противника. Здесь захватываются локации, типа, как ты их просто выполняешь? Да, надо посмотреть, кстати, интересно. Мне кажется, должны захватываться. А ты их выполнял? У тебя не показывал? Я выполнял, но я не посмотрел. Что-то я не заценил. Не, мне кажется, наверное, вот эти вот выполнять миссии такие, и вот какая-нибудь из этих фракций... Кстати, на этой вот миссии, на этих квестах на меня напало 8 или 7 роботов. Ну, кстати... Я просто, там была карта эта ебанская, зимняя, маленькая, там, я просто выхожу, там такой, типа, спуск вниз, и внизу стоит целая армия этих роботов, там еще танков штук 8, короче, еще роботов. Как-то я пиздюлился, блядь. Не, в прошлый раз напал, сколько, 5 танков как хуйнуло, чуть разобрали, нахуй, разом. Ну, у меня там роботы нормальные были, но у меня там пиздец, короче, я переигрывал раза 3, короче. Ну я там этого чувака просто поставил на робота, там у меня робот есть такой джаггермех, типа он как зенитка, знаешь, типа за Второй мировой немецкая такая четырехствольная, типа тяжелая, ходит из четырех типа АЭСок наваливает. Я поставил, типа, но он на самом деле овнищий такой мех. Ну и вроде мы ебашим, короче, ну ему все время типа руки отбивают, а у него в руках типа, блядь, типа АЭСки, короче, АЭСки здесь дорогие, пиздец, плюс я ему еще, короче, поставил там трехлучковые АЭСки, которые каждая по миллион стоит, ему руки отбивают, короче, получается типа минус 4 ляма, короче, то есть там по 2 АЭСки в руках, короче. Я, блядь, переигрывал, ну я проклял все, что я его поставил, короче, блядь. И в итоге, знаешь, как я сделал? Там надо было одного, типа, предателя убить, вся эта армия стоит, там, и один робот. Я просто ухожу, короче, типа, роботом F1-1, типа, вот так один сам тоже в него просто играю, чисто убиваю, и быстро выбегаю, выхожу с карты. Ну, собственно, блядь. Смотри. Чисто одного робота зафокусил и вышел. В общем, этот квест дается в двух прыжках на этой локации. Давай зону. По порядку будем делать. И к нему да, поедем. Ну, получается, нам сейчас прыжок, 3 миссии там каких-то. Потом еще прыжок, как раз, квестовая миссия и 2 миссии. Mm-hmm. Так что нормас, я думаю. Че, тогда роботы там чинятся, да, я так понимаю? Да. Все стоят, да? Ну, перелет, полетели. 13 суток лететь, как раз все так чинится. Все должно быть норм. Поддержка на линии фронта, дом Давион. Ну что там, прилетели, мы уже прилетели. Мы уже дома, блять. Мы уже дома или не дома? Мы дома, мы прилетели. Мы дома, да? Так, а что-то у меня тебе звук музыки маленький. Может побольше? Чутка усилить. Эффекты усилим. Речь по-любому надо усилить. Все, ну что, давай, начинаем, блядь. Так. Что есть у нас тут? Боевые миссии. Ну, пойдем на двух центурионов, у нас вариантов немного. Этот еще разбирается пока на продажу. Так, в общем, что есть? Молниеносный удар, вы на щит, укрепление фронта. Покраска какая-то уникальная. А что-то я смотрел, миссия, по-моему, двойная или тройная вообще. Так такую мы нахуй. Я думаю, сегодня есть тройная, по-моему. Нет, да, там многоцелевая, да, вот она есть, операция. Не, многоцелевая не надо. Да я тоже. Вы больше красите по баблу. Ну ты типа совсем уверен в себе, типа, что ты первую миссию без потерь пройдешь. Тогда есть смысл. Бля, а как понять, какая многоцелевая. А, вот двухцелевая операция. Все, понял. Ну давай этот молниеносный удар. Наша разведка узнала, что дом Давион командует. Командир находится на Гандай Лак 3. Официальная версия инспекции гарнизонной разведки. Разведка считает, что фейкритием для планирования будущего нападения. У нас шанс напасть и нанести значительный урон врагу. Так, что у нас есть? Переговоры, минус один подозрение. Это на родом, это курит. А, ну да.
отдаешь квест. А мы у них не в патче, короче. Ну давайте, долю добычи возьмем. Две. Не, бери бабки лучше, там, наверное, мало. Долю добычи нет смысла брать, если ты не берешь на максимум. Типа, если у тебя робот выпадет там типа 8-9, заберешь типа. Там типа самый дешевый робот, по-моему, 6, вот этот, типа 20 локуст. Типа самый легкий от 6 от 7 идут, короче, единиц, чтобы взять робота. У нас тут либо бабки, либо робот. Ну давай, ладно, взял все бабки. 175 веса, в принципе, нормально. Если меньше 10, типа, доля добычи, типа, не накапливается, типа там 12, 10, 12, 13, 14, это лучше вообще не брать, короче. Потому что у тебя выпадет пиздатый робот, и ты все равно не возьмешь. Так, чё тебе поставить? Чё вообще берем? Ну, два Центуриона берем. Остальное, типа, забей тоннаж, чтобы под этот был. Под, ну, там же 200 тоннажа. Ну, нет, 175. А, 175. Ну да, два Центуриона, наверное, возьмем. Ну, Блэк Джека можно взять. И 20, получается, даже. 175. Ты можешь взять 2 Центуриона, это 100. Блэк Джека это 145, да? И еще остается, получается, 30. И еще можешь взять Джавелина. У тебя, по-моему, под завязку будет ровно. Ну да, ну Джавелин так и стоит, а еще, в принципе, так все и стоят. Так, ну тогда готов. И высаживаемся, десантируемся. К бою готов. Давай, 98%. К бою готов. Все, высаживаемся. Пойдем убивать офицера. Ну, это не очень душный квест. Самая духатура это, блять, это какое разрушение, короче, и это какое еще военная зона, вот. Там где надо держаться как можно дольше. Reactor online. Там, правда, sensors online. Weapons online. Ебать, ночь. All systems nominal. Ну это планета топ. Огненная, блять. Тупо на двух Центурионах. Пойдем этим, короче, строим блок. Так, куда нам? Тут у нас тактика с тобой, чувак. Будем это, звеном идти, короче. В лоб. Наверное, надо будет поменять. Ну давай. Кстати, если робот прибежит, есть смысл посылать через F1-1, и все его атаковали, типа, атаковать мою цель. Потому что они так-то, если нет, не посылать их атаковать, они довольно вяло воюют. Это, типа что-то ходит, стреляет в разные стороны. Вообще, можешь пройти? Нельзя же. N, нажми. Да, я как включил. Только это тупик, а как тут обойти? А как карта, я забыл, да? А, Б, да. Ну нам можно вот сюда пойти. Тут вот он, миссия. Я пошел. Ну я типа притормозил же, блядь. Догоняешь? Иду к тебе. Уже слева вижу цель. Вон где-то за горой. А это вертолет. А, вижу, да, вертолет. Target acquired. Target destroyed. Шоус. Здесь есть заход. Тут темно просто. Жесть. А, здесь можно подняться, кстати. А, не, круто слишком. Джетпак, ага, стреляет какая-то падла, блядь, сзади, чувак. Где? Сзади. Ага. Та танки наехали. Target destroyed.
Шарги, дешево. Нашли нас, нашли все. Вот так слева, слева было. Его убили. Так, стоп. Мы приехали, сволочи. Да, у нас другое место. Какое-то хуёвое, блядь, место. Здесь нас будут ебать в очко. Мы лучше на ту точку пойдем, блядь. Догоняешь? Да, робот, отойди. Хоть там застрял. Да, это стол передо мной. Я, кстати, на Ассасине играл, короче, с ботами такое. А на самом деле на Ассасине может так играть, что вообще типа ноль урона получал за миссию, короче. Он типа быстро-быстро бегает, может сюда типа бегать, короче, просто ракетами сдали спать. О, можно на ту точку как раз пойти из горки ее. Что за ландшафт, блять, я рот ебал. Да вообще не было. Это еще не то, я еще какую-то карту находил, там вообще в каком-то каньоне начинаешь, там каньон как лабиринт, там подняться нельзя, короче. Я по нему, наверное, минут 15 ходил. Бля, я застрял? Сука. Вообще это... Там есть подъем? Да. Чем я ебаная. Да, есть, как раз мы на залку в это выйдем. Какая-то блядская планета. Сейчас, скорее всего, поднимешься, чувак, аккуратно, там сразу будут турели, блядь, или войска. А, вижу. Вижу вертушку. Торопись, я туда подойду. Выйди вертушку на время. Вертушка готова. А вот этот танчик. Еще не стреляет. Роботы, так, а вот роботы. Робот. Цель сразу. А ты подлина. Так, я под огнем. Я ухожу налево. Я робота ноги ломаю. Я тебе ноги сломаю, пес. Да что ж такое? О, готов. Не минус нового робота. А что там такое? Это рыбка? Перегрелся робот. Работаю по цели. Ты, кстати, тоже, по-моему, Сатурион. Я перегрелся. Но не по оружию уже нет, короче. Опасно. Ой, блядь, десантура что-то не села. Готов, он готов. А, это на... А, сбросили еще двоих. Вижу. Жопу, короче. Готов. Отрабатываю. Так, нам нужно, кстати, выходить на этот самый, на корабль. Давай, чуть-чуть завалим. F1, наш мют на этом, который мы пишем. Готов, сломали на ноги. Это убежал кое-что. А это мелкий, это ракетный, короче, это. Я ничего не понял, блядь. Будет 600 метров стрелять. Target destroyed. Чё, мы его сломали? Ох ты, блядь, тут танк ещё. Турель отработал. Турель вырисались. Так, ну я на выход тогда это. Ибо нехуй урон получать. Справа турель риснулась. А, ладно, я давил. Уже на выход. Ты хороший наш.
Да, неплохая, неплохая. У него мне же радует. Три вида оружия можно поставить, пиздатых. У меня еще тоже был робот, короче, по Центуриону, блядь, другой конторы. О, ебать, СХД 2D какой-то выпал на 15. Да, говорит, нет смысла, да, 15 да. брать. Надо, чтобы много этих очков было. Бери еще. Да, он лазер возьмет. Бля, прикольно, ты больше всего демо-то сделал, Дживелин. Ну ты, Дживелин, блядь, Дживелин. Давай чинимся сразу следующий.